Для установления телефона Yalink W52P из безопасного режима необходимо выполнить следующее действие. Так как база W52P не имеет клавиатуры, и мы не можем указать специфический адрес TFTP сервера, база по умолчанию сама обращается на определенный IP-адрес. Этот IP-адрес 192.168.0.23. Поэтому данный IP-адрес мы должны присвоить своему локальному компьютеру, где у нас будет поднят TFTP сервер. Для этого нужно зайти в сетевые подключения и настроить компьютер на использование данных сетевых параметров. Далее запускаем программу TFTP D32, либо любой другой TFTP сервер. Указываем путь, где хранятся файлы для восстановления телефона. Убеждаемся, что данные файлы присутствуют. Необходимо вот эти три файла с расширением RFS, BIN и ROM. Убеждаемся, что адрес у нас верный, 0.23. И запускаем функционал восстановления на самом телефонном аппарате. На базе режим восстановления включается путем зажатия кнопки Paging и подачи питания через POI, либо через адаптер питания. Зажимаем кнопку Paging, подаем питание на устройство и ждем, когда загорится все три световых индикатора на лицевой стороне базы. После зажатия кнопки пейджинга и подачи питания на экране программы вы увидите следующее. Телефон обращается за этими тремя файлами и их скачивает. Вот. Телефон успешно скачал прошивку для себя. И сейчас он будет примерно минут 5 обновляться. Поэтому трогать его не надо в этом режиме. Отключать питание не надо. Если на устройстве в момент запуска безопасного восстановления горит только один светодиод, самый нижний, питание, и все остальные светодиоды не загораются, то, скорее всего, это уже физическая неисправность, и удаленно, программно восстановить телефон не получится. Телефон нужно отправлять в сервисный центр.